Рефери дает команду бой. Оба бойца работают в левосторонние стойки. Сергей Харитонов наносит лоу-кик, но он не достигает цели. Осторожно начинают бойцы бой, как бы прощупывая слабые точки противника. Обмен ударами. Сергей наносит удар ногой в голову, но он не достигает цели. Замир наносит удары. Сергей пытается произвести захват. Ничего не получается. Хороший удар ногой в голову. Еще один очень хороший удар. Хорошую технику показывает Сергей. Поддерживайте. Бойцы в захвате. Сергей пытается произвести бросок. Попытка неудачна. Харитонов проводит бросок. Саргабаев оказывается внизу. Харитонов занимает выгодное положение и проводит удары в голову. Удары достигают цели. Саргабаев пытается противостоять натиску Харитонова. Допускает ошибку Сергей. Саргабаев выходит из опасного положения. Бойцы в захвате. Удар коленом. Саргабаев пытается встать. Ему это удается. Сергей проводит удушающий прием в стойке. Неудачно. В этой стойке бойцы экономят силы и готовятся к техническим действиям. Сергей Харитонов продолжает удерживать противника в захвате. Попытка провести подсечку. И зацепом изнутри бой переходит в нижнее положение. Сергей Харитонов наносит сокрушительные удары в голову. Защита Саргабаева неэффективна. Он продолжает пропускать удары. Саргабаев находится в тисках у Харитонова. И Сергей попросту добивает своего противника. Сдается Саргабаев. Рефери останавливает поединок.